что значит имя София. Значение имени София известно с древних времен. В переводе с греческого оно означает «мудрая», «мудрость», «премудрость». Существуют другие трактовки этого имени, такие как «наука», «разумность». София – слово глубокое и импульсивное, которое полно чувственности и серьезности. Но никому не дано постичь мудрость без чувствительности. Только тот, кто способен понять и сбалансировать свои страсти и переживания, может считаться мудрым человеком. В настоящее время это имя пользуется популярностью как в славянских, так и в европейских странах. Например, в 2011 году оно заняло первое место в рейтинге популярности в Москве. А в 2010 году стало вторым в Великобритании и первым в Ирландии. Родителей привлекает положительная энергетика этого имени. В нем ощущается глубина чувств, серьезность и старательность. Оно образует множество уменьшительно-ласкательных форм, одной из которых, Соня, используется как самостоятельное имя. Вы назвали бы ребенка этим именем? Да нет, светское и религиозное употребление этого имени происхождение имени София на территории России связывают с приходом православия. Только выходцы из аристократических слоев называли так своих дочерей. Второй московский князь Юрий Данилович своей единственной дочери дал имя София. История знает еще несколько царских особ с этим именем, Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века. Чуть позже имя появилось и среди дворянского населения. В эту эпоху каждая пятая фрейлина-царица звалась Софьей. К концу XIX века и другие сословия начали широко обращаться к этому имени. С приходом советской власти оно было практически забыто и уже переживает свое второе рождение в 21 веке. Тайна имени София в православии тесно связана с тремя основными добродетелями – вера, надежда и любовь, матерью которых и была София. Три дочери были казнены в Риме во втором веке н.э., а их мать умерла на их могиле три дня спустя. Все они святые и мученицы. Имена сестер – это буквальный перевод, а вот имя матери – греческое заимствование. Через некоторое время из формы София произошло и укрепилось в разговорной речи более простое произношение этого имени – София. Романтичная, сострадательная и скромная натура описания Софии включает в себя как положительные, так и отрицательные качества. Этой добросовестной девочке, а впоследствии девушке и женщине можно поручить самое ответственное задание, и будьте уверены, она справится с ним на 100%. Она никогда не будет ставить собственные интересы выше других, искренне проявляет сострадание к людям и стремится помочь. Вместе с тем стоит упомянуть отрицательные характеристики Софии. Ее чрезмерная застенчивость мешает быть откровенной с людьми и выразить свои искренние чувства, что, в свою очередь, приводит к недомолвкам и недосказанности. Это человек, который поддается минутным порывам и может совершить безрассудные поступки, несвойственные ей. Нумерологическая характеристика имени Софии определяется числом 9. Эти люди придают большое значение романтике и мечтам. Они обожают веселые, шумные компании, любят играть на публику. Могут увлечься и сконцентрироваться исключительно на собственных интересах. Софья влюбчива, что приводит к бурной личной жизни. Зодиакальное созвездие Весов помогает Софье уравновесить ее характер и жизнь. Сатурн – ее планета, покровители в живой природе, богомол, лубисток и липа. Темно-голубой цвет привлечет удачу на ее сторону, а лазурит – ее камень-талисман. Девиз – докопаться до сути и понять. Софью не назовешь суперактивной, но и к флегматикам ее тоже относить нельзя. Монотонность и однотипность вызывают у нее чувство раздражения. Любая проблема не займет много времени для разрешения. Она любит, чтобы на нее обращали внимание и очень часто заслуживает этого. Софья стремится понять суть происхождения вещей, всегда внимательно разберется в причине проблемы и даст дельный совет. Ее стремление быть во всем безупречной не позволяет ей поддаваться бедам и неприятностям. Даже если что-то ее и расстроит, не в ее характере выставлять огорчение на показ. Исходя из того, что значит имя София, можно сделать вывод о ее умственных способностях. Она обладает аналитическим складом ума и всегда полагается на него больше, чем на свою интуицию. Постоянно стремится узнать что-то новое, не останавливается на достигнутом, работает над собой. Софья не злопамятна, прекрасно понимая, что у каждого есть право на ошибку, может простить многое. Интересуется проблемами близких и родных, часто выступает в роли судьи в конфликтных ситуациях и прекрасно с ней справляется.
София относиться к такому типу людей, которые не оставляют без внимания происходящие с ними события, умеют не только накапливать жизненный опыт, но и при случае умело им воспользоваться. Черты характера: ответственность, энергичность, целеустремленность, усидчивость, внимательность, скрытность, чувствительность, застенчивость, серьезность, робость, прекрасная жена, мать и бабушка, мудрость — это то, что означает имя София, но именно благоразумия ей не хватает в любовных отношениях. Природная скрытность мешает искренне выразить собственные чувства, а вот от партнера будет требовать постоянных объяснений в любви. Но если она получит подтверждение своим чувствам, станет прекрасной женой, матерью и бабушкой. Всегда проявляет живую заинтересованность в делах близких, но в ней нет ни капли зависти и злости. Хорошие и плохие пары, ее кулинарные способности порадуют как собственного мужа, так и гостей, которые нередки в доме Софии. Уделяя большое внимание семье, не забудет и про себя. Значение имени София для девочки. Значение имени София заключается в его корне, который содержит слово «мудрость». Поэтому его обычно трактуют как «мудрое». Это имя получило распространение во многих странах мира, где его произносят по-разному: Софи, Зофи или Жофия. Маленькую обладательницу этого имени в России называют просто Соней. Родители очень часто называют так свою девочку, в надежде, что это имя придаст неповторимость и исторический шарм их дочери. Наблюдательная, находчивая и надежная в большинстве случаев единственный ребенок в семье, Софья окружена любовью и заботой. Быстро поняв выгодную сторону своего положения, мудрая с рождения, она знает, как правильно воспользоваться сложившейся ситуацией. Соня очень наблюдательна, находчива и надежна. Ей известны все и в школе, и во дворе. Эту девочку не оставят равнодушные ни спортивные состязания, ни благотворительные концерты, ни шефская помощь. Врожденная хитрость, убеждение и уговоры, природная смекалка делает эту девочку хитрой. Она знает, когда заплакать и где проявить настойчивость, как выпросить то, что хочет. Вынудить ее что-то сделать практически невозможно. Это означает, что Софью можно только убедить или уговорить. Но не стоит тревожиться, что она вырастет капризной или избалованной, с возрастом забудутся все детские шалости. Этот ребенок хорошо учится. Никакая другая деятельность ее не привлечет, пока Соня не сделает уроки.